Здравствуйте, дорогие детишки. Так как мы уже, я предполагаю, что этот канал смотрят только одни детишки. Это мысли вслух на велосипедах. Да, Андрюха? Велосипеды не на нас, а мы на велосипедах. Да. Вот, видите, где твой велосипед? Покажи его. Нет. Вот, нет. Ладно, попробуй. Поэтому мысли придется как-то доказывать. Павел, вон тебе это велик. Вот этот велик я угоню. Он беленький как раз под цвет моей футболочки. Покажите, пожалуйста, мастер-класс поедания мороженого. Пожалуйста, не снимай меня. Я могу мастер-класс пения газировки. Пение, давай, пение газировки началось. А ментос есть? Есть? Я помню, как он этот пил. Вот так. Так же. Даже в 5 лет дети так не веселятся. Потому что они понимают, что так не... Как-то так, да. На великах надо, что ли? Айда за великами? Сейчас надоест. Поднимаем ваши. Вот. Ильфат, покажи велик. Покажи, какие есть в нем плюсы. Ильфат, покажи. Колеса. Средний палец. Всем чем-то надо показать. Наслаждайтесь. А да вы катаетесь, как будто это... Он на своем велосипеде говорит, отдыхайте, не думайте о деньгах. Да что, не потратить много, что ли? Ильфат. Ильфат угощает. Если прокатитесь больше часа, если прокатитесь... Он живет один. Он деньги не тратит на кого. Да. Поехали. Андрей говорит. Поехали. Поехали. Что, до завтра не доедем? Куда доедем? До конца. Да. Пешком доедем. Ну, а Марина что говорит? Как вам по катушке? На татушке Татышева. Ну давайте, езжайте уже. Мы догоняемся. Не каждый день катаетесь, чего? Я что, правда, назад поехал? Умную фразу. Быстрее, чувак. Умная фраза. Мы полтрассы не проехали. Полтрассы не проехали. О, так лучше. Короче, мы тут такие идем. Велики у нас. А давай с двухками сделаем. Давай. Гоп-стоп. Сейчас жду. Это, короче, был гоп-стоп. Велики отработали. И все. Вот, все, говори. Нету великов, потому что отработали. И вот мы идем. В надежде, что мы их найдем. Найдем эти велики. Отхреначим грабителей. И уедем домой. Да, и будет. Уедем жить в Лондон. Будет все круто. Я как бы постоянно призм. Окей. Панам. Будешь постоянным клиентом? Я всегда постоянный клиент своей камеры. Мы можем сделать тебе скидочку. Скидочку на наши услуги. Видеосъема. Я могу со скидкой. Видишь, ты же оператор, ты снимаешь других, ты не можешь снимать сам себя. Поэтому, обращаясь к нам, так как вы коллега, мы сделаем колоссальную скидку. 100% абсолютно бесплатно на халяву попасть в YouTube. Тут вообще такого не бывает, никогда не было, не будет. Это только в Silver Grey Production. Просто заживем и начнем просто двигаться как надо. При содействии создай клип. Make клип, да. Все, это скрытая реклама. Че, сенсор работает даже на железо, офигеть. На каком железе? Вот на этом. Ну, из МС пробежал. Серега, ты видел? Нет. Блин, бон. Ну из МС! Да! До сих пор. Нифига себе, у меня пластмасска съезжает. Покатался на велике. Это, короче, очень будет долгий, бредовый мысль. Мы еще пол моста даже не прошли, да? Да, с фотом. Все, надо, давай пока помолчим. Да? Наконец-то мы пешеходы. На коне. Мы на коне. Пешеходы мы пешие. И можем предъявлять права. Давай. Стоп. И это стоп-хам. Какого хрена здесь происходит? Почему люди ходят по встречке? Почему люди ездят по пешеходному тротуарчику? Где?
Где наши наклейки? Сейчас будем на лоб клеить всем вот так вот. Похоже на клип на песню Нойза. А тоже плакать. Почему там несправедливо? Мы тут проходили мимо и видели. Увидели тренировку шаолинских монахов. Как тебе шаолинские монахи? Все, я спотал, где вместо лица у тебя. Они, короче, пошли. Они очень рискуют. Во-первых, они могут упасть в траву, а в траве клещи. Они просто там миллионы клещей. Они еще туда скорпионов насыпали, чтобы вообще вот, наверняка. И идут. Некоторые падают, цепляются руками вот так вот и висят до потери сил. Когда силы кончаются, они падают и все. Ни одного трупа не видишь, потому что съедают до костей. Это только часть. Сурово. Да. Их. У меня такая теория, предположение. Если там скорпионы заныканы, их кусают скорпионы, они превращаются в скорпионов. Человек-скорпион. Да, и попадают в Mortal Kombat. И борются за землю или против земли, да, в смертном поединке. Это, блин, это все в Красноярске. Вы можете себе вообще такое представить, вообразить? Это, посмотрите. Фаст фас второй раз проехал. Что-то мне прет. Он землю вокруг. Нового года. Вокруг земного шара. Он велосипедом крутит, прощает землю, он помогает. Толкает просто. Нам существовать. Приливы, отливы, всю эту фигню делает. И фат, кто бы мог подумать. Вот, знаете это, и благословите вашего кумира, говорите ему спасибо. А у тебя, когда ты на солнце светишь, у тебя блики появляются от этой... От этой ничего не знаю. Сейчас вот проверим. Мне надо смотреть на солнце вот так вот и покрутить. Это продолжение этой спортивной темы. И мы тут типа... Типа мы тут... Ну, типа турники, брусья, да. Кольца самое. И люди, я... которые этим занимаются. Я сейчас пока официально слабачок. Но чувствую себя так. Как-то немножко не в теме. Не в форме. Так делать. Фу. Ну, короче, что сказать. Как всегда, умных мыслей надо вообще достаточно низко. Блин, а я сегодня планировал еще пресс покачать.